медицинские рекомендации, как правильно какать. Оказалось, огромное количество людей этого не знает. Так, как правильно какать? Это связано с тем, что у огромного количества людей запоры, грыжи, и вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали эту тему «Искусство какать» и разложим сегодня все по полочкам. Вносите нам все необходимое. Герман Шайч, начинайте вы. Первое, когда вы сидите... Первое, как правильно сесть. Сесть. То есть, когда вы садитесь, ваши ноги не должны быть на уровне вашего таза, они должны быть приподняты. Колени выше бедер. Почему? Таким образом, прямая кишка, ее ось становится прямой, и человеку гораздо легче какать. Первое, выпрямляется прямая кишка. Второе, что надо... Второе, все, второе, вот это как раз вы должны, приняв эту позу, когда коленки выше бедер, можете оперить мои локти. На не можете, а обязаны это сделать. Вот, значит, посмотрите на плакат номер дальше 2. Герман локтями упираетесь в колени, но это не все. Спина чуть-чуть подается вперед. И дальше, наконец, Дмитрий Николаевич. Да. И что вы обязаны сделать еще? Вот после вот этих двух эпизодов вы должны расслабить брюшной пресс. То есть против привычки большинства людей натуживаться, как напрягая брюшной пресс, вы должны наоборот живот отпустить, выпятить его, расслабить максимально. Но, в принципе, вы должны сказать, что вот такая позиция уже предполагает расслабление мышц живота. Но мы подчеркиваем, это международная рекомендация. Это не выдумка русских врачей или наших. Мы просто скопировали эти картинки для пациентов. Значит, расслабили живот, выпрямили спину и какайте, и какайте, и какайте, и какайте. И... Давай вперед! Thank you.